исследование чего? Биологический, химический анализ. Круто. Официальный договор заключен. С двумя научно-исследовательскими институтами, ну, с тремя институтами. Одни работают по тяжелым металлам одним, другие работают по тяжелым металлам другим, а третья занимается биологией. Будут туда, ну, нематод запускать, смотреть, там, концентрированную смесь делать, и сколько будет погибать, насколько это является вредной средой для них. Сегодня, 26 июня 2020 года, мы будем проводить контрольный отбор проб почв в городе Воркуте в количестве 3 проб, для того, чтобы эти пробы отправить в лабораторию, посмотреть на их токсичность, так как улицы города Воркуты из года в год посыпаются шламом, шлаком котельных и, ну, прочим материалом, который не является и не должен использоваться для посыпки как абразива. Мы хотим провести исследование в научно-исследовательских институтах, дать им оценку в плане биологической опасности, ну, что мы, в принципе, сейчас и сделаем. Мы будем работать на основании ГОСТа. По отборам проб, которые были присланы из этих исследовательских институтов, на основании которых нужно делать забор. Будем заполнять акт, и каждый конкретный образец мы будем опечатывать. И, соответственно, ставить пломбу, дату, место сбора. Пробу номер один мы собираем в городе Воркута, напротив памятника Ленину. Получается, это как сквер, улица. Я уже проба один сделаю. Давай, лепи. Она же ничего не будет. Не, ну прям по кругу. Все, а вторым слоем сейчас этикетку подготовим. Проба один. Что тут? Порода везде, шлак. Этот весь бугор целиком состоит из шлака. Это полностью шлак. Здесь его больше метра точно. То есть это, по сути, шлаконакопитель, который находится внутри города. В городской черте. Здесь производим, соответственно, по аналогии отбор проб на глубину не более 10 сантиметров.
конечно, интересно. Все, поехали за третьей пробой. Можно даже пойти посмотреть, насколько разница очевидна в видоразнообразии той растительности, которая там растет. Вот здесь вот чисто. Все, пожалуйста, травки, цветочки, все здесь есть. Потому что настолько токсично вот этот шлак, что даже там ничего не растет на нем практически, что в одном парке мы были, что в другом. Здесь вообще другая совершенно история. Казалось бы, да, вот 15-20 метров от дороги, где шлака нет, и вот здесь картина иная. Здесь опять практически одни и те же растения, примитивный пор. Здесь мы отберем пробу номер 3. Но тут, по крайней мере, хоть почище. Мусора меньше. Князев, ТНТ, Воркута.